Кишу. С одной стороны, это был маленький пограничный город. И венчает это все Мельховена. А я хочу обратить ваше внимание на один из пяти. Немецкий, польский, украинский, румынский – это еврейский народный дом. И строил его львовский архитектор Левандовский, и он во внешнем облике этого дома постарался показать, что он именно еврейский. Не польский, не немецкий, не украинский. Вот как это сделано? Позже, в этом году, были переписаны видео.